Ребята, еще раз всем большой приветик. Мы сегодня едем в больницу, потому что у мамы болит зуб уже на протяжении 4 дней. Вот мы искали на протяжении этих дней нормального стоматолога в Мерсине. Вот. И я могу даже оставить контакты этого стоматолога. Она русскоговорящая девочка. Я под видео оставлю контакты для тех, кто живут в Мерсине. Госпиталь зубной. Стоматологический госпиталь. Смотрите, какой красивый, государственный. Одеваем бахилки сейчас. Пойдем на прием. Это ж Мезетли он находится, да? Мезетли находится госпиталь. Идем на второй этаж. Смотрите, как тут красиво. Doktor Bey yine bir şeyler yaptı dedi, alışması lazım, iki ay falan. Orada ette bir şey çıkardı. В общем, вот такая вот клиника. Вот мы внутри в кабинете. Такой кабинет. Красивенько, уютненько. Там еще один кабинет. Там зал ожидания. Сижу, в общем-то, я в зале ожидания. Сразу нам предложили чай либо кофе в больнице. Очень красивый госпиталь. Вот такой вот зал ожидания в подсветке. Плазма. Там тоже кабинетик делают, там зубки. Не попали мы сегодня на прием к русскоговорящей девочке, к нашей. Приехали в государственную клинику. В турецкую. Тут только турецкоговорящие врачи и, в общем-то, персонал медицинский турецкоговорящий. В общем-то, не знаю, что за проблема с зубами у мамы. Наверное, воспалился нерв, потому что болит уже 4 дня и не проходит. И по нескольку раз пила мама обезболивающие очень сильные. Это уже вредно. Где-то раз в три, наверное, в день, раза три, наверное, пила обезболивающие. И вот только попали на прием спустя 4 дня. Не знаю, сейчас уже в кабинете будут обследовать. Посмотрим, что там, что скажут, что будут делать. Сегодня у меня огромное достижение. Сегодня я влезла в джинсы, которые я носила, когда весила 49 килограмм. Это когда я страдала бешенством и сидела на разных диетах. Вот. Сегодня я вешу немножечко больше. И опять я влезла в эти джинсы. Вот. Не знаю, как смотрится, как я смотрю с них со стороны. Я думаю, нормально. Поэтому вот такое вот достижение. Мамку повели на рентген в другую комнату. Смотрите, какая классная клиника. Пока они не погнали меня отсюда, я немножко поснимаю. А там два кабинетика. Кстати, что хочу подметить, это то, что здесь все врачи молодые, только после университета. Не знаю, у нас в стране я не видела, чтобы было много молодых врачей. Всегда, когда ходила по больницам, то врачи выше среднего возраста, уже такие в возрасте. А здесь все молодые врачи. То есть после университета могут спокойно идти работать. Привели уже маму после рентгена. Рентген сделали очень быстро, уже на приеме у врача. В общем-то, как оказалось, это инфекция, выписали антибиотик, нужно пропить антибиотик. Если не поможет, то придется вырывать зуб, удалять нерв. И, собственно говоря, мне не нравится этот вариант, лучше пускай поможет первый.
И, кстати говоря, я еще хочу сказать, что здесь, если у тебя простуда, либо какая-то болячка, либо ты просто идешь там на прием, да, там показаться горло, либо что-то еще, ну, как бы простуда, да, тебе сразу выписывают антибиотик. Здесь все пьют антибиотики. Если у нас там, например, выписывают какие-то лекарства, да, там простые, чтобы, ну, то есть до антибиотика тебе выписывают лекарства, то здесь сразу дают антибиотик. Радикально решают, так сказать, вопрос. Вот. А насколько я знаю, у нас действительно очень редко будут выписывать антибиотик. Но все же выписывают уже вообще, когда крайняк. Так что такие вот дела. Здесь всегда выписывают тебе антибиотик. Любая болезнь, любая простуда, только антибиотик. Ребята, по ценам, значит, прием, рентген и плюс лечение стоит 150 лир, так как у нас не было лечения, у нас просто прием и рентген 50 лир. Ну и плюс выписали антибиотик, который, соответственно, мы купим в аптеке. Вот наш прием закончился в больнице. Вот такая вот клиника. Мезетли. Итак, вышла ошибочка, за прием мы ничего даже не заплатили, ни за рентген, ни за прием, все оказалось бесплатным, потому как мы, в общем-то, зубы не лечить приехали, а просто посмотреть, а так вообще 150 лир. Сейчас приехали в форум, ой, форум, господи, сейчас приехали в Мигрос, форум, Мигрос, уже голова кругом идет, видите, клубничка продается. Приехали за курицей. Купить курицу надо. Готовить. Мама, что нужно? Мамочки, зубки болят. Мамочка, мне настроение. Сколько свежей рыбки продается? Но мы рыбку не сильно кушаем. Мы кушаем мясо. Курицу здесь и мясо не замораживают. Просто хранится в холодильнике. А вот какое большое разнообразие сыров, ребята. Ой, ребята, приехали на набережную красивую нашу. Еще совсем не темно даже. Мы обычно только вечером выбираемся. Смотрите, какой закат красивый. Небо. Смотри, небо, да, красивое? Он в видео красивое. Приехали кофе пить там деки. И Мерседес красивый. Итак, ребята, подходим к красивому кафе Томбеки. Те, кто в Мерсине, приходите сюда пить кофе. Оно также есть и на Университетской, по-моему, улице. Сегодня как-то пусто. Сегодня же понедельник точно. Студенты только сидят, курят кальян. Фонтанчики. Уселись мы уже сидеть. Очень красивое такое кафе вообще. Там крокодильчик стоит, он при входе встречается. Пересели мы на другое место, потому что здесь больше УФО. И мы там мерзли, мы, в общем-то, пересели. Ушли люди. В общем-то, по таким дням, я смотрю, только сидят все студенты. И главное, хочу заметить, что все с сигаретами сидят. С кальяном, с сигаретами. Заказали мы, как всегда, наша любимая мока. Мы пробуем его во всех кафе. Потом сравниваем, где лучше, и идем за добавкой. Что-то бисквит намалил. Нет, это Midpoint. Midpoint не очень, а вот бисквит. А в бисквите еще дают конфетки, вот поэтому мы и любим бисквит. Тоже большая чашка. Да. Так что, ребята, те, кто с Мерсина, идите в бисквит, пейте кофе, там дают конфетки.
сладенько. Как раф. В этом. В Украине есть раф. Кстати, я тут не видела раф. Кофе тоже сладкое такое. Раф, да. Там очень сладкое. Оно идет с карамелькой. Сладкое. Ну, очень сладкое тоже было, а приторное. Да, оно очень сладкое, оно приторное. Не, я не люблю. Это как раз надо. Ребята, те, кто с Турции, либо те, кто с Мерсина, какой вы еще пьете кофе, помимо турецкого, помимо мока? Может быть, вы какой-то еще вкусненький пьете, мы не знаем. Ну, латте, всегда... латте мы знаем. Да, латте мы знаем, мока знаем, турецкий кофе знаем. Может, что-то еще есть, подскажите. Кто знает. Только с молоком мы пьем. Турецкий кофе я пью, но не, мне не очень нравится. Мне больше, люблю, мне больше нравится мока. Ну что, турецкий тоже он. На любителя. Вместе с конфеткой то ничего. Смотри. Направляю там в комнату. Ребята, все он курят кальян. И закутанные, покрытые, не покрытые. Все он курят и сигареты, и кальян. Прям как в Украине. Ну что я хочу подметить, это то, что в Украине не так часто курят сигареты. Я вот наблюдала в Украине. Хотя, ну, курят вот этот вейп и все это, прочую эту фигню. Но тут именно все очень часто курят сигареты. Молодежь, школьники, девочкам по 12 лет. Популярно тут курение. Итак, ребята, приехали мы кушать Хаджи Баба. Ой, Хаджи Баба. Те, кто в Мерсине, это район позже. Рядом Платин, магазин косметики и средства по уходу. Катон. В общем-то, вот такой вот ресторанчик. Итак, что мы будем кушать? Ну, тут мясо с овощами, курица. Смотрите, сколько тут много еды. Вот это чурба. Это суп турецкий чурба, мне не очень нравится. Курица, мясо с овощами, картошка, фасоль. Они очень любят фасоль кушать, все с фасолькой. Сюда сядем. Вот, ребята, чурба. Халил заказал чурбу. This is just чурба, да? Чурба. Вот, это турецкий суп. А what happens? Тавук, рис. В общем, курица, рис. Томато, мене чечни. В общем-то, томат, помидоры, красный, унион. Еще перчит красным перцем, короче, в рот взять невозможно, я такое не ем. Мы такое не кушаем, мы ждем нашу куричку. Вот тут принесли и редиску, и зелень, это все, а, это в чурбе. Хлебушек обязательно. Тут очень любят кушать хлебушек, очень вкусно. Итак, ребята, мы заказали вот курочка, это шашлычок такой из курицы, это булгур, лаваш, запеченные овощи, такие большие порции тут подаются. Файл, можно лунья, мангал, лунья. Ага, а это лук на мангале, Халил ждет еще свою еду после чурбы. В общем-то, такие большие порции достаточно на человека, накушаться можно хорошенько. Салатик принесли. Салаты включены в стоимость, конечно же. А вот баранчика принесли Халилу. Это кебаб, в общем, на мангале, да, делается тоже. Такой вот кебаб. С овощами баран. Вкусно тоже. Ребята приехали попить очередной раз кофе в Лобу. Вот такое вот пятиэтажное кафе. Я уже снимала его 100 раз. Еще раз снимаю. Набережная. Подошли поближе. Украшено тут еще по-новогоднему все. Спасибо.
там тортики, как всегда, на витринке стоят. Но мы плотно покушали, поэтому тортики не хотим. Да, я вижу. Ребята, хочу вам показать, какие тут шикардосные торты. Смотрите, ко дню рождения. Класс. Как можно сделать, да? Своими руками. Это все из мастики, я думаю, сделано. А вот, смотрите, какая прелесть. И вот тоже маленькие тортики, пироженки. Что мне нравится в этом кафе, так это зеркало. Очень нравится мне. Уселись мы, ребята, в лобби. В общем-то, что я хочу сказать. Ребята, сегодня понедельник, а лобби четырехэтажное, даже пятиэтажное кафе, оно просто забито. Людей полно. Приходят покурить кальян, попить кофе. В общем-то, много очень людей. Мы ждали, пока освободится место, чтобы посидеть. Ребята, как мы любим Лобу вообще, какой красивый вид открывается на набережную Мерсина. А какие там машинки подъезжают к Лобе, тоже такие не слабые. То Мерси, то эти BMW, то Range Rover. В общем, люди тут гуляют. Ребята, попиваем шоколадик. Вкусный такой шоколадик концентрированный. Уже мока надоела, мока пили весь день, уже перешли на шоколадик. Такая вот большая чашечка калорий. Расти попа называется. Ребята, идем в туалет. Приветульки, приветульки.